Всем привет, дорогие друзья! Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, комментарии. Это очень важно. Подписывайся на канал и будьте счастья, касатик. Ну вот, друзья, хорошие новости. Не успевают приходить со скоростью пулеметной очереди и автомата Шмайсер, да? Но, тем не менее, в клубе у нас по-прежнему банда четырех. Это кто? Правильно. Потлатый кукол в бейсболке со стропоном наперевес. Накатошная шизофреничка. Не хочу, не буду. И где-то там на задворках еблан братец два состава. Ну и завершает банду четырех мележиков из пятерочки. Ай-два. Ну вот, друзья, конечно, новость про возможный трансфер рассказываю. Как я думаю, что это очень большая вероятность. Конечно, отличная новость. Коля Рассказов, который никого не убил, не ограбил, покидает клуб. Ну там, очевидно, в Урал идет сперва аренда с правом выкупа. Там, очевидно, потом... Там его заберут или сразу как несут, лишь бы от него, как говорится, избавиться. Да? Как говорил Хлестаков, когда к нему пришли купцы и просили его городничего убрать, лишь бы куда твоя милость подальше от нас его уберет. Но это все вписывается в канву. Конечно, агент Межигурскис, который друг шизофренички и плотно полирует ее вареникой очковой. Да? Вот этот же Межигуркис, его же клиент и Ломовицкий Межигуркис клиент и... Мелкадзе были проданы, сейчас, естественно, этот Рассказов тоже, все в российские клубы, конечно, это она там с ним, с Межигурскисом рулит все, плюс в Урале еще два клиента Межигурскиса, это, по-моему, Емельянов и Кузьмичев, ну и вот недавно Адамов ушел тоже из Урала, освободился по этому месту у них, ушел, продали они Адамова, да, так что переход Рассказова вполне вписывается в такой, он как раз там для Урала к этому Иванову, там никого не убил, не ограбил. Ну, отличная новость, друзья. И все как бы складывается в елочку. Этот Ломовицкий, Мелкадзе, Рассказов, Межигурский, шизофреничка. Так что вот, друзья. Никого не убил, не ограбил. Ну, конечно, могу сказать, что это еще не точно. Там. Но я думаю, что уже раз такая пошла волна, то, наверное, уже, потому что, очевидно, 2-0 увидел его. Там он где-то вышел там на замену с этим, со Словом. Ну, конечно, ужасный там он вообще. Ну, плюс, конечно, выздоровление Маслова, да, а у Маслова тоже Ткаченко агент, не забываем, фулл прайс, сильный агент. Маслов может закрыть позицию правозащитника и правоцентрального, просто ему не находится места с выздоровлением Маслова, там, и плюс Куфрия, ему некуда просто. Тем более схема, которая 2-0 или ванили будет ставить, это, очевидно, 3-5-2, да, и, то есть не будет крайних защитников, а латерали, а из него латерали, как из говна пуля. Так что, конечно, друзья, хорошие новости. Ну, Илюшка, у тебя по флакону лака 2,7, там уже домика плотно сидит, конечно. Скорее всего, ему увеличат и продлят. Да-да, так. Кстати, может, смех, но не смех, так оно вполне возможно и будет. Еще раз, друзья, давайте порадуемся этому трансферу. Скорее всего, я думаю, он состоится. И его объявят там, и несут там в аренду с правом выкупа и невыкупа. Ну, видите, какие-то этот Межигурскис может делать какие-то добрые дела, видите, там... Ломовицкого пристраивать, Мелкадзе страйкера 0+0, Колю рассказываю, не убил, не ограбил. Так что потихонечку комиссар Катаник, козырной валет, черный пистолет, видите, какие проводят эти самые расширения, расчистку Авдеев конюшек, как Геракл со своими подвигами. На то, что касается этого Лексюмбуржца из Кабо-Верде, так он подвержен там травмам, так понятно. Если бы он был не подвержен травмам, он не 3,5 стоил бы, а 33,5. Но есть там какие-то у него травмы, подвержен, так все там, слушайте, у нас при этом, при кровавом палаче Менгеле, кто только был не подвержен травмам, да, вспомните еще недавно про Виторию, у нас 7 человек основы было на травме. Так что у нас есть там травмы, есть вместо кого ему его подменить, что там выйти, вот. Посмотрим, как он здесь впишется в это все, как будет играть, друзья. Ну, вот такие вот новости хорошие приходят, видите, прям даже... Не знаю, как это какая-то черная метка, что ли, или красная метка. Невозможно понять, как это будет дальше осуществляться. Но, тем не менее, вот так вот. Практически, как говорится, остались только еще Кутепов и Гапонов. Но это уже, как говорится, несбыточная мечта. И уже, наверное, скорее всего, это не осуществится. А может, сейчас этого еще объявят из Гента или из Генка, этого колумбийца центрального. Так объявят в аренду, шмаренду. Непонятно, как там дальше все будет. Ну, уже я ничему не удивлюсь, там, каким новостям какие могут произойти, потому что такого калейдоскопа событий, конечно, давно не было. Ну, вот как-то так, дорогие друзья, так что с уходом Калюни Рассказова, никого не убил и не ограбил, можно всех поздравить. Напоминаю, что в четверг будет стрим, да. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире.